Всем привет! С вами Олеся, на канале «Готовим дома». Это просто золото, а не рецепт. Готовлю третий день подряд, невозможно оторваться, пальчики оближешь. Сохраняйте рецепт и делитесь с друзьями. В миску просеиваю 500 грамм муки, 1/4 щепотку соли, 250 грамм сливочного масла. Миллилитров кефира. Быстро замешиваю тесто и собираю в шар. Долго месить не нужно. Заворачиваю тесто в пищевую пленку и убираю на час в холодильник. Готовлю начинку. Просеиваю 120 грамм муки. Добавляю 100 грамм сахара, 10 грамм ванильного сахара. Натираю 150 грамм сливочного масла. Все перетираю в мелкую крошку руками. И тоже убираю в холодильник. Тесто охладилось, делю на 6 равных частей. Каждую часть раскатываю до толщины примерно 1,5 мм. Тесто просто потрясающее, эластичное, тонкое, работать с ним одно удовольствие. На пергамент кладу раскатанный пласт теста. Начинку визуально делю на 5 равных частей. Посыпаю тесто 1/5 частью крошки. Накрываю следующим раскатанным пластом теста. Приготовь, поделись, подпишись. Снова посыпаю начинкой. Следующий пласт. Таким образом чередую слои, собираю пирог. Последний пласт теста раскатываю чуть шире, чем предыдущие. Подворачиваю края пирога вниз и придаю прямоугольную форму. Теперь нарезаю на слойки при помощи острого ножа. И выпекаю при температуре 180 градусов Цельсия около 40-45 минут до золотистого цвета. Время и температуру выпечки даю ориентировочно. Вы только посмотрите, это не просто домашняя выпечка, это шедевр. Быстро, просто и потрясающе вкусно. Обязательно приготовьте, за уши не оттащишь, гарантирую. А вам понравились слойки? Напишите в комментариях. Друзья, благодарю вас за лайки и теплые слова. Ваша поддержка очень важна для меня. И не забудьте нажать колокольчик рядом с кнопочкой подписаться, чтобы не пропустить мои новые вкусные видео. С вами была Олеся на канале «Готовим дома». Скоро увидимся!
Ах да, желаю вам приятного аппетита, прекрасного настроения и будьте здоровы и счастливы. Пока!